Здравствуйте, мои дорогие зрители. Я еду, чтобы выбрать мне обои в комнате. Да, довольная. Да. С принцессочкой. Как ее зовут хоть? Ну, здесь Ария, Жасмин. София. Какая-то София. А кто это? Аврора? Нет. А вот кто? Это вот Аврора. А это кто? Настоящая царева. Настоящая принцесса. А вот такие машинки не хочешь? Нет, это для мальчиков. Да, думаешь? Да, это для мальчиков. А вот это кто такие? Это феечки. Феечки из какого мультика? Из мультика «Один день». Вот он, «Один день». Где? Вот он. Нравится? Да. Мне какие нравится, берем? Да, ничего, блин. А тебе какие из взрослых нравятся? А мне никакие не нравятся. Почему? Потому что они некрасивые, даже непонятно, что на них нарисовано. Они. Велосипедики, видишь, вот. Это голуби. Это город. А да. Мне не хочется на город, он некрасивый. Красивый, красивый. Для тебя красивый, у меня нет. Вот машина. Такие же. Да. Ну, есть он чуть потемнее еще. Такие же, только чуть да, потемнее. Даже чуть потемнее. Посерее. Ну, посерее, да. Такие не нравятся полосочки тебе? Вот эти? Да. Ну, это уже старовато тоже. Вот это вот Эйфелева башня. Это ничего. Ничёшные. Это лучше, чем принцессочки. Нет, не лучше. Франция, это Париж. Не любовь люблю. Там, а? Не люблю Париж. Почему? Потому что некрасиво. Ты ещё там не была просто. Хорошо. Я про него мультик смотрела. Ну ничего. На комнату? Да. Для вот этих вещей? Да. Ну как бы да. Примерочная вот. А вот, бабушка, гляньте сюда. Бабушка, посмотрите на вот это. Нет. Чего? Потому что нет. Ой, сколько у нас здесь много. Танцуй. Убирай. Что ты делаешь? А ну, иди ко мне сюда. Убирай. Вниз опусти. Какую идею? Это, сначала были взрослые у нас в комнате. Где я, ты и мама. А теперь будут? А теперь опять взрослые. А можно... Кто взрослые? Взрослые. Обои. Угу. А я хочу детские, чтобы были. Ну это же будет общая комната, а не детская. А когда детская будет? Взрослая и по-взрослому. У детского тоже иногда должно быть. Что ты хочешь? Хочу, чтобы были красивые обои и чтобы мне нравились. А тебе какие нравятся? Встань к стеночке, пожалуйста. А бабушка не хочет покупать с принцессами, да? Ага, значит, никакие не купите. А чего? Потому что... Ты будешь мстить? Я не хочу такие обои. А какие ты хочешь? Хочу с принцессами. Такая серьезная. Или какие-нибудь красивые и розовые. Ну так маме пойди скажи. Так говорила я и бабушке. И маме. Иди, скажи, что ты хочешь розовый. Или принцессу. А они что выбрали? Они сказали, нет, никакие.
Ай-яй-яй. Нет никакие школы. Значит, мы... они по-моему делают. Тебя не видно и не слышно. Так я не хочу, чтобы были некрасивые. У тебя обои? Да. Вот куплю квартиру, куплю на себя. Кого? Квартиру. Принцессочек? Да. Все обои будут из принцессочек? Да. Обои и розовые? Будут из принцессочек. А на кухне розовые? Да. И вот... А в прихожей? Все будут розовые. И вот когда я вас приглашу ко мне в гости. Чего не слышно? Вот вы будете у меня в доме жить, когда я вырасту и куплю дом. Ну? Тогда... Сама буду выбирать, да? Да, тогда я буду одна выбирать обои. Какие захочешь. И будут только розовые и принцесс. Какие захочу, да? Да. А вдруг ты другие захочешь, черные? Нет. И вот будете жить у меня в розовых... обоях. Ага, потому что мой дом будет, и вы, если захочете в нем жить, будете жить в розовом. А не захочете, живите в своем, да? Да, некрасиво.